Самая лучшая игра в мире. Или самая экстремальная игра в мире. Как пройти третий этап правильно? Здравствуйте! Приветствую вас на своем видеоканале. Я врач, фитотерапевт, диетолог, натуропат Борис Скачков. Автор десятков опубликованных книг и брошюр в разных странах, часть из которых вы можете приобрести через интернет. Сегодня решил продолжить серию видео «Что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже?» и рассказать вам, как правильно пройти третий уровень очень важной игры. На мой взгляд, она называется «Самая лучшая игра» для вашего здоровья, очищения организма, укрепления иммунитета. Если вы неправильно проходите уровни этой игры, название для вас может поменяться. И может появиться самая экстремальная игра с вашей жизнью. Причем вы сами можете поиграть в эту игру. И понимаете, чем может закончиться. А можете доверить мастеру, который поиграется, потренируется на вас и на вашем здоровье, на вашей жизни. Поэтому выбрать мастера игры очень важно. И это главная цель третьего уровня этой игры. И как это сделать правильно, вы об этом узнаете прямо сейчас. Правильно выбрать мастера игры не просто важно, я бы сказал, жизненно важно. Ну, простой пример из жизни. Вы вызываете такси, приезжает автомобиль, написано «За рулем ученик», а в автомобиле всего один человек. Ну, если вы, конечно, сторонник экстремального вождения, то это ваш выбор. Рискнуть жизнью и здоровьем можете, но все же игра – самая лучшая игра для здоровья. Поэтому в этой игре очень важно выбрать правильно мастера. И первый вопрос, который вы должны задать – а сколько у вас лет стажа в этой игре? Если стаж исчисляется несколько месяцев или лет, это не самый лучший ваш выбор. И эта игра может поменять название и стать самой экстремальной игрой с вашей жизнью. Правда, стажа может быть и немного, но у мастера должен быть диплом, подтверждающий его квалификацию. Иными словами, мастер впитал опыт других мастеров в этой игре и может его использовать для того, чтобы вы реально здоровье свое в этой игре укрепили. Такой вариант тоже может быть, но от мастера должен быть встречный вопрос. А как правильно вы прошли, вернее, проходили ли вы первых два уровня игры реально, либо вы их попытались пройти виртуально, считая, что это не имеет значения для вас, что проблемы со здоровьем возникают у других, ну потому что возникают, вас это не коснется. И такой правильный мастер должен вернуть вас либо на второй уровень, на повторное его прохождение, уже реальное, либо на первый уровень этой игры, для того чтобы на четвертом уровне вы здоровье реально укрепили, а не расплатились здоровьем за свое, ну, пренебрежительное отношение к этой игре. Игра прекрасная, но дает здоровье не по умолчанию, а тем, кто правильно в нее играет. Поэтому такой мастер может вернуть вас на прохождение первых уровней. Конечно, если вам достался другой мастер, вы просто уточнили время игры. Это опять-таки ваш выбор. Вы можете экстремально пройти как три первых уровня этой игры, так и самый опасный четвертый. О котором я расскажу в следующем видео. А вы делаете свой выбор за себя и для себя. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычными подписчиками моих каналов словами. Крепкого вам здоровья и, самое главное, разумного к нему отношения. И пока вы думаете, кому из друзей отправить ссылочку на это видео, не забудьте поставить на него лайк. Если вы не подписчик моего канала, подпишитесь. Тогда уведомление о том, как в разных странах называется эта игра. Очень прекрасная игра для здоровья. В разных странах она называется по-разному. Проводится в несколько разных условиях. Но результат, если ее правильно проводить, если правильно играть в эту игру,
Реальное очищение организма, укрепление иммунитета, улучшение питания каждой клетки вашего организма. Иными словами, улучшение качества вашей жизни. И тенденции к активному долголетию у вас появляются. До новых встреч на моих каналах.